Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы играем в Skyblock. Так, секунду. Почему? Идем. Так, ну смотрите, мы играем в Skyblock. Так, заходим сюда. Так, и чего у нас выбираем? Вот этот наш первый, да, Skyblock. Вот он. Мы находимся здесь. Так, это наш домик. У нас здесь есть задание. Так, какие у нас задания есть? Так, секунду. Вот наше задание. Вот они, наши задания. А, нужно держать в правой руке вот так вот. Так, это донаты. Нет, не то. Где наше задание? Ну, вообще-то вот здесь. Вот наше задание здесь. Так. Вернуться к острову. Так, испытание. Вот испытание у нас. Плавильщик. Нам нужно выполнить плавление стекла. 5 блоков. Хорошо. Так, ну для начала мы одеваемся в броню. Так. Теперь, так, а что у нас тут есть? Нам нужен топор. Так, это пока не нужно. Это тоже пока все не нужно. Так, занимаемся. Так, смотрите, у нас остров маленький, поэтому нам нужно как-то пробраться и сделать его пошире. Так, смотри, что у нас тут происходит. Ой-ой-ой, упал блок, блин, ну ладно. Так, у нас тут вообще блоков нету. Давайте начнем здесь копать. Расширим немножечко нашу территорию. Отлично, отлично. Мы это уронили. Гравий не нужен, булыжник, хорошо. Так, смотрите, очень даже опасно, опасно, опасно здесь. Нужно аккуратненько это все. У нас Skyblock, поэтому у нас сейчас все будет уваливаться наружу. Вот, ты видел? Опа, опа, есть, схватили. Так, да, ну все падает нафиг. Так, булыжничек. Оп. Так, мы сейчас делаем по периметру. Так, а ну-ка, подожди. Ага. Так, хорошо. Так, хоп. Ага, я не сюда хотел. Да что ж ты двигаешься, зараза. Так, идем. Ой, тихо. Shift зажимаем. Shift зажали. Так, подожди. Опа, есть. Так, кончилось, да, у нас все. Так, ё-моё, ёшки-моташки. Так, убираем отсюда два блоки. Так, это у нас полублок. А ну-ка, снимаем полублок. Так, аккуратненько. Главное нам не провалиться. Так, что у нас тут такого интересного? Нету ничего. Так. Давай здесь уберем немножко. Да, мы сейчас это вербу убирать. Потому что наверху у нас все нормально. Так, собираем здесь булыжник. Так, у нас дерева нет, да, сейчас. Мы не можем ничего посадить. А, ну смотри, наверху нормально. Сейчас мы снимаем вот эти блоки верхние. Так, это тоже сейчас снимаем. Нам нужно территорию небольшую сделать. Так, это тоже сейчас все снимем. Так, у нас в дырочку сюда падает. Гравий ставим, ладно. Так, дальше копаем. Ну, мы сейчас прокопаем здесь, посмотрим, что здесь вообще есть. Так, опа, опа, так, дальше копаем, так, вот это наш, что у нас здесь, опа, есть, словили, так, заходим сюда и ставим сюда блок, есть, так, это тоже убираем, он у нас проваливается вниз, это хорошо, ничего хорошего на самом деле, ладно. Опа, есть, поймали. Так, ну что ж, у нас там тоже какой-то есть интересный скайблок. О, давайте туда мы сделаем тропинку. Как раз у нас 40 булыжников есть, отлично. Так, проходим, делаем тропу. Так. Что у нас тут дальше? Ага, деревяшка.
Так. Немножечко мы сейчас сюда отойдем. Здесь продолжим. Вот у нас, смотри, о, а там что такое, что такое, что такое это было? Так, непонятно, ладно. Сейчас мы тут все расширим. Сделаем такое вот расширение. Так. Ну что ж, давайте поставим факел. Так, светлее стало, хорошо. Так, и покопаем здесь немножечко блоки. Так. Так, там земля уже пошла. Так. Так, уберем здесь немножечко. Так, ну что ж. Нам нужно... Мы можем наверх пройти немножечко, да? Что у нас там наверху, интересно. Так, зажимаем Shift. Аккуратненько идем. Оп. Так, мы сейчас пройдем туда, тропинку сейчас сделаем в это место. Так. Посмотрим, что у нас есть интересного на этом острове. Так, что у нас тут интересно? Ничего не видно. Так, почему ты не ставишься? Ух ты, коровка. Так. Опля. Так. Ну давайте прокопаем здесь. Посмотрим, что у нас здесь интересного. Так, а там уже у нас получается пропасть. Закроем. Так, я бы немножко вот здесь бы расширил бы до этой части. Так, а у нас булыжников мало очень, ладно. Так, идем дальше. Так. Я хочу наверх подняться. Так, 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 аккуратненько проходим. Так, здесь закроем. Так. Ну давайте здесь расширим немножечко, что у нас здесь есть. Так, все у нас кончились материалы. Так, можно дерево взять. Так, а что там выпадывает? Ух ты, уголечек. Берем его. Ух ты, они денег стоят, что ли? Смотри, деньги. А, то это можно продавать, слушай, потом. Так, и здесь я аккуратненько вот здесь сниму вот эту часть. Так. Металл. Сколько металл стоит, посмотри? $52, что ли? Так, ладно. $12. 10. Ой-о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 й. Так. Закрываем этот блок. Так, мне здесь тоже нужно бы позакрывать вот эту всю канитель, чтобы я не вывалился. Так. Хорошо. Все кончилось. Нам бы генератор бы сделать, слушай. Генератор булыжников. Так, сундук. Сейчас сундучок сюда поставим. Вот сюда. Так, это уберем. Это мне нужно будет. Есть. Словил. Где булыжника вообще нету. Так, зато есть дерево. Так. Ладно, дерево мы не будем здесь заполнять эту часть. Так, есть. А мы сейчас здесь заполним. Так. И здесь поставим тоже. Опля, есть. Так. Что такое? Он здесь мы сейчас это уберем сейчас все. Угу. Так. В принципе, потихонечку. Мне ж мне нужно ростки. И мне песок нужен. Песка что-то я здесь вообще не увидел. Так, соберем это все дело. Есть. Так, и... А ну-ка, у нас уже... Нет, копается, смотри, там земля. Угу.
Так, это тоже уберем. Так, здесь будет у нас пропасть. Так я и знал. Так, что ж. Так, здесь немножечко мы построим вот так вот. Хорошо, и здесь. Пока хватит нам. Вот, смотрите, уже проходик какой есть хороший. Так. Я хотел бы наверх посмотреть, зайти, подняться. Наверное, будем вот здесь вот так делать. Поднимаемся вот так. Так, где у нас кирка? Слушай, а кирки-то нету, алло. Так, верстак. Сейчас мы верстак сюда поставим. Так, мне нужны палочки. Берем палочки, и мы сейчас сделаем кирку. Так, надо будет еще лопатку сделать. Так, все пока что. Ладно. Дальше идем копаем. Ага, дерево там, да? Хорошо. Поднимаемся. Так, снимаем здесь блоки. Они, в принципе, мне пока здесь не нужны. Мы эти блоки сейчас снимем. Так. Отлично. Так, блоки падают у нас вниз. Ну ладно. Потом соберем. Так, ну что ж, прокапываем дальше. Так, что у нас тут интересное? У нас здесь. А, вот, смотри, там у меня есть даже. Это очень хорошо. Это у нас здесь вон что есть. Какой-то домик получается. Так, сейчас мы пройдемся немножко. Ух ты! Добро пожаловать в счастливый мир! Выживайте, расширяйтесь, получайте удовольствие. Смотрите, табличку мы нашли. Да, скайблок. Так, цель состоит в том, чтобы выжить. Ага, ух ты, смотри, у меня тут много чего есть в сундуке. Слушай, а что мы там заспавнились? Получается, давай сделаем здесь спаун. Так, как же сделать? Сейчас я вспомню, подожди. Вот так вот. А, вернуться к острову, испытание, изменить локацию дома. Вот. Изменить локацию дома. Все, мы изменили локацию дома. Хорошо. Так, что здесь интересного у меня есть? А, пшеничка. И земли много. Так, снимаем землю. Мы сделаем огород. Так. Собираем землю. Так, что у нас там? Вот дерево, смотри, растет. Это очень хорошо. Сейчас мы сделаем вот что. Мы расширим наше, получается, место сделаем побольше. А, здесь видишь, полублоки стоят. Ладно. Так, пшеничка, хорошо. Так. А ну-ка, вон, видишь, у нас где расстояние наше какое большое. Так, здесь все это мы сделаем. Так, главное не копать вниз. Здесь. Так. Так, хорошо, проходим сюда. Так, вот у нас есть дерево, да? Мы его сейчас подрубим немножечко, но экстренное питание написано. Ага. Ладно. Пока мы не трогаем нашу коровку, мы здесь. Я сейчас буду собирать дерево, поэтому мне нужно огородить тут все. Чтоб ничего не упало у нас тут в пропасть. Так, у нас уже очень критически мало земли. Так. Так, все, земля закончилась. Так, ух ты. Что у нас интересное здесь есть? Так. Так, это убираем. Не нужно нам. Так, берем блоки эти, снимаем. Так. Тут тоже все блоки эти снимем. И сейчас мы дерево наше
немножечко порубим. Так. Здесь надо выровнять. Так, выравниваем. Это тоже сейчас уберем. Мне нужна полянка. Красивая, хорошая, чистая, красивая полянка. Так. Хорошо. Так, ну что ж, дальше заполняем. Вот так вот. Травка. Так. Пошире сейчас все сделаем. Так. Заполним вот эти пустоты. Вот здесь красиво сейчас все сделаем. Так, земли у нас еще, в принципе, много. Так, здесь тоже все сделаем. Так, ну что ж. Так, вот у нас дерево. Так, собираем дерево теперь. Алло. Так. Я надеюсь, у нас выпадет какой-нибудь саженец дерева. Хотя, возможно, навряд ли что-то выпадет. Так. Сейчас это убираем. Так, ну саженец никакой не выпал, да, у нас? Так. Опа! Что-то упало. Саженца, кстати, дерева нет. Никакого саженца нету. Это печально. Это что, арбузы, что ли, висят? Точно, арбузики. Угу. Так. А ну, подожди. У нас в сундуке нет. О, есть саженец дуба. Отлично. Отлично. Сейчас мы его посадим. Мы его посадим вот сюда. Вот так. Все, и ждем, пока оно прорастет. Так, нет. Так, сейчас здесь тоже уберем вот это все. А, водичка, водичка. Алло, алло, алло. Это хорошо. Так. Так поставим. Так. И так. Так. Мы сейчас, знаешь, даже сделаем сейчас генерацию булыжника. Генерацию булыжника. Так, земля закончилась. Вот прямо как раз в кстати. На самом деле не кстати. Сейчас мы будем делать генерацию булыжника. Плохо, что у нас одна коровка, потому что как она размножаться-то будет? Непонятно. Так. Угу. Так, дальше. А, подожди. Генерацию булыжника я хотел сделать. Для этого мне нужно одно ведро лавы. Так. Продолжаем. Сейчас посмотрим. Так. Сейчас оно растечется, и здесь, по идее, на стыке будет... Вау! Смотри, как удачно. Как удачно сделалось. Опа! Блин, смотри, вода что-то течет. Оно у нас... Лава наша не сгорит, интересно. Ой, не то самое, то бишь... Я подальше сделаю. Где у меня топорик? Так, соберем. Подожди, знаешь, что сделаем? Подальше лаву. Пусть лава где-то вот здесь будет. Вот так вот. Так, эту мы канитель собираем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да прыгай, спрыгивай ты, ё-моё, а чё оно стоит-то, Алёшки, блин? И чё? Подожди. Так. Зараза такая, куда я делся, чё, алё, где, чё?
Так, вернуться к острову. Это я отсюда умер. И я все нафиг потерял, что ли? А, что, правда? Подожди, а почему? Ёшки-моташки! Я все потерял нафиг. Как так? Алло. Ладно. А где у нас еще лава? Подожди. Подожди. Вот, подожди. Сейчас хрен. А где этот сундук мой? Блин, подожди, а где все? А почему я не мог вылезти отсюда? Потому что мне вода мешала. А как я так упал туда? Ха-ха. Вот, лава, пожалуйста. А зачем мне эта лава нужна, скажи? У меня же здесь есть все. А ну. Опа, есть. А где все мои инструменты, блин? Надо было все сохранять, ё-моё. Ладно, ничего страшного. Дерево есть, камень есть, булыжник есть, все есть. Что нам надо? Нам нужно палочки. Палочки нам нужны. Есть. Ничего, сейчас все возродим, все воссоздадим. Сейчас все сделаем как надо. Ай, так. Так. Придется деревянную пока сделать. Ладно. Делаем. Давай все в сундук положим. Все, что нам пока не нужно. Так, а что у нас дерево не растет, а? Так, забираем булыжник. Опа. Опа. Обсидиант вылез. Не, нормально вообще. А чё вода такая текучая-то? Алло! Блин. Сейчас всё сделаем по-другому, подожди. Берем ведёрко. Подеем, мы можем... Есть. А если сделать так, чтобы у нас лава бежала отсюда? Что произойдет? Есть. Есть. О, как у нас эта корова не сгорела-то? А? Да ё-моё! Смотри, что творится. Я не знаю. А чё он так дохнет-то быстро? Алё. Так. Корова живая. А почему нету этого лавы? Чё за анекдот? Подожди, подожди, подожди. А, где лава? Вообще ничего нету. Мне кажется, надо будет все переигрывать нафиг. Дерево не растет. Лава себя неестественно ведет. Корова здесь тоже ходит, бегает. По воде она пробежала по воде, смотри, по блоку воды. Это еще нормально? А если я спрыгну вниз, что произойдет, интересно? Давайте проверим. А вот наша лава течет, смотри. Опа, я возродился, нормально. А ну-ка, а если я с вот этими штуками прыгну? Я с ними, возрождение мне произойдет? Давай посмотрим. Хоп, с ними. Все очистится через 30 секунд. Что очистится? На, покушай. Нет у меня ничего. Ладно, ничего страшного. Металл у меня есть. Продолжаем выживать. И хлеб есть, и пшеница. Все у меня есть. У меня есть семена тыквы, и у меня есть семена пшеница. Так. Только нету лавы у меня. А нужна мне эта лава вообще в скайблоке? По идее, нужна. Либо... А, видишь, заново можем через переиграть все, всю эту карту. Интересно или нет. Так, ну давай соберем пшеничку пока. Мне кажется, я все профукал. Я всю карту профукал. Так, семена. Есть у меня семена. Мне нужно дерево.
Идем. Собираем дерево. Вот у нас есть кусочек дерева. Мне нужно дерево. Есть. Тут же я могу продавать всю эту канитель, правильно? Мне не нравится, что вот эти вот облака вот здесь, прям вот скайблок, прям настоящий скайблок. Так, а вот здесь что у меня есть? А он пустой. Конечно. Ладно. Сейчас сделаем по-другому. Блин, а как мне теперь наверх забраться? Сейчас сделаем. У меня есть земля. Так. А, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Поэтому мы сюда ставим вот так вот. И пробираемся наверх. Да, конечно же, мне в этом плане не нравится. Так, берем досточки. Сейчас сделаем кирку. Сделаем мотыгу. Так, сейчас мы это уберем. Так. Опля. Зачем делать вот этот скайблок на такой высокой высоте, где вот эти вот тучи? Подожди, где у меня тут еще? Вот зачем вот так делать? Именно вот на вот этой высоте. Кто придумал эту карту? Ладно, дорогие друзья, до новых встреч.